жаловался еще при жизни князя. Его интерес к медицине подтверждают сохранившиеся письма к жене. По мнению ученых, в тот период русская культура в целом уже подошла к восприятию Европы, ведь они сохраняли, передавали и даже систематизировали накопленные книжные знания. И в этом смысле труд Булева имел огромное значение. Столь необходимый травник он перевел 4 мая 1534 года, самостоятельно указав дату завершения. Морозов утверждает, что книга – это конечный продукт в создании лечебника для великокняжеского обихода и использования исключительно в кремлевских дворцах. Это подтверждают иллюстрации и описания. Они копируются от здоровья с изображениями трав и людей, в том числе обнаженных, что было невозможно по православному канону. Здесь же указатель болезней и растений для их лечения. Замечательный справочник, пополнивший царскую сокровищницу, был востребован и в Александровской слободе. Есть веское подтверждение личного использования книги Иваном Грозным. Так ученый обратил внимание, что рядом с изображением обнаженного мужчины, рисунком схемы для лечебного кровопускания, есть поздняя приписка 1572 года с перечнем добрых дней. Возможно, она внесена для царя его личным лекарем Елисеем Бамели, много лет служившим государю. Русский летописец характеризовал его как лютого волхва и искусного составителя ядов. В чем же таилась сила врача, предсказателя и астролога? Знание. Вот главный секрет десятилетнего могущества этого иностранца. Наблюдая небесное светило, он вместе с царем поднимался на высокую слободскую колокольню. Но и... Почему действительно встречался великий государь? В 1963 году Александр Иванович Федор в его останках обнаружили большое содержание мышьяка и ртути, самого популярного в средневековье яда. Нельзя полностью исключить и отравление. Антропологи добавили вероятность сердечного приступа и другие версии. Многолетние исследования так пока не несли ясности. Вопрос о причинах смерти грозного царя. С его именем связана целая эпоха развития нашего государства. Эпоха, оказавшая огромное влияние на весь последующий ход истории России. Церковь – памятник архитектуры 16-18 веков, царские палаты 16 века, белокаменные гриба 16 века. Жил со своей опричиной, реализовал опричину и здесь жил.